От немецкой избы фахверк до киргизской юрты, да еще и с интерактивными комнатами и ремесленными мастерскими. Этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» в микрорайоне Волгарь готов на 90%. Ход работ на выездном совещании проверила глава Самары Елена Лапушкина. Совсем скоро самарцы увидят здесь более 20 национальных домов и подворий, которые раскрывают культуру народов, проживающих в регионе. Также приведут в порядок и прилегающую к парку территорию. Здесь присутствуют и русские, и украинцы, и белорусы, и Дагестан, и таджики. Причем есть дома, как, например, финно-угорский дом, где представлены несколько народностей. Сейчас полным ходом идут работы по благоустройству и автополиву и наполнение внутреннего убранства каждого из национальных домов. Красиво будет не только внутри, но и снаружи. На прилегающей территории городские службы отремонтируют часть дорог, обустроят парковку, подкрасят опоры освещения и озеленят пространство в единой тематике с парком. Въезд в парковую зону будет благоустройством заниматься город у нас. Вот, проект есть, выполнен. Сейчас ведутся подготовительные работы. А значит, совсем скоро жители региона смогут посещать там выставки, экскурсии и национальные праздники. Анатолий Головко, Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.